Судья Москаленко, выживший после нападения, взяточник. Такую информацию со ссылкой на источник в правоохранительных органах публикует Life News. Согласно данным федерального СМИ, судья Москаленко за взятку с подсудимым Виктором Бергом заключил договоренность об условном приговоре. За свободу Берг заплатил судье 8 миллионов рублей. Напомню, строительный магнат обманул более 400 дольщиков, оставив их без квартир. Москаленко должен был огласить вердикт сразу же после отпуска, но не успел. Берга убили 5 выстрелами. Судья закрыл дело в связи со смертью обвиняемого. Следователи хотели бы допросить Сергея Москаленко, но прав не имеют, пишет Life News. Судья в статусе неприкосновенности, поэтому сейчас срочно готовят необходимые документы для представления от имени председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Куйбышевского районного суда Омска. В региональном следкоме эту информацию не подтверждают и не опровергают. В Следственном комитете России вообще не комментируют.